Сегодня 19 августа. Пасмурное утро. Дождя нет. И снова я пришла смотреть на крестов. Клёст сорвал шишку. И остался на ветке елки вместе с шишкой. На елке много шишек. Одну из них выбрал клёст. Он ее сорвал и удерживает. Что уж он там достает? Спела шишка. Или нет, ну чего-то клюет.